Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о топовом проекте, на котором мы сможем претендовать на заработок на стоимость пол эфира, NFT-шку. И это абсолютно бесплатно. Это очень круто, и это очень крутой проект, на который я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, ребят. И как всегда, лайк, комментарий, репост, подписка вознаграждается трончиками каждый раз по разам. Ну, все трончики получают, так что если вы все правильно делаете, делаете скриншотики, отправляете мне в чат, и трончики вам обеспечены. В общем, ссылка будет в описании по данным. И что хотел бы сказать по данному проекту, что данный проект я еще публиковал, я скажу, 2 февраля, да? И вот этот самый проект, который называется Ice Animal, и проект, который на сети эфира, да, и мы помним, что еще проект, я бы не сказал бы, что полноценно очень круто еще стартует, и он и будет развиваться, и еще развитие ого-го. Но суть в том, что, ребят, по данному проекту, мы все помним даже тот же самый Mavia проект, который все ждали, что токен плюс-минус, а далее там около бакса будет торговаться, и старт был 40, и в итоге понятно, что запушили вниз, бо очень много кто при старте покупал данный токен. Ну, суть в том, что 24 зараз может плюс-минус в районе 3 баксов данный токен стоит. Ну, все равно, очень круто. Даже по 20 баксов слить данный токен, это было очень-очень бомбически. От этого проекта очень можно ждать долгосрочную перспективу и очень много чего мы можем здесь заработать. Также в них есть вот такая вот промка, которую мы сейчас с вами будем смотреть. Так, пока промка светится, я вам скажу еще такой момент, что да, вот то, что NFT-шку можно получить бесплатно. Первая распродажа была со скидкой 80%, и она стоила всего-навсего 0,1 эфира. Вторая распродажа была со скидкой 70% 15 эфира, и на данный момент актуальная цена пол эфира. Я думаю, вы понимаете, какими это пахнет бабосиком. Что хочу сказать, ребят, что бабосики очень жирные, бабосики очень крутые. И почему бы не постоянно не юзать данный проект и не испытывать здесь удачу, чтобы попробовать, естественно, очень хорошо заработать в данном проекте. Итак, в общем, заходим мы по ссылке в описании, нажимаем сюда, попадаем на вот такую вот интересную картиночку, да, где нам нужно будет, естественно, зарегистрироваться. Итак, ребят, мы нажимаем сюда вот на логин, и здесь мы, естественно, регистрируемся. Нажимаем Sync Up, сюда почта, пароль, подтверждаем сюда, грубо говоря, пароль наш, да, и верифицируемся наш код. Итак, взял я данный код, все ввел и нажимаем Sync Up. Итак, мы тут уже есть, и наша задача это то, что заходим мы ежедневно и нажимаем здесь Check-in. И здесь мы будем всякую движуху получать, да. И здесь даже есть виноградинки получают. Эти виноградинки очень-очень важны, потому что мы в дальнейшем за эти виноградинки нажимаем, например, на Genesis Box. Вот. Итак, ребят, выпадает нам всякая такая движуха, которая выпадает еще различный мусор. Мы, естественно, можем за вот такое вот количество эфирчика продать. Когда это все проект нормально запустится, то мы сможем даже повывести наш эфирчик. И это очень круто, потому что заработок вообще бомбический. Еще, ребята, чтобы более подробно и было более понятно по данным проекту, что вы могли, как говорится, это все на пальцах показано, рассказано, вы нажимаете вот сюда FAQ. Так, нажимаем сюда, открывается здесь схема полностью заработка данного проекта, да, то есть, грубо говоря, мы получаем виноградинку, за эту виноградинку мы открываем бокс, вот этот вот, Genesis Box, и нам выпадает или же вот этот мусор, что мы продаем за эфирчик, или же выпадают части данной NFT-шки, которую мы потом все собираем, генерируем и получаем вот такую данную NFT-шку. То есть, грубо говоря, скажу так, ребят, что проект довольно стоящий, потому что мы можем испытать удачу и забрать ценой пол эфира абсолютно бесплатную NFT-шку. Так что стараемся по максимуму забирать. Так что заходим по максимуму, то есть чекин каждый день, да, и собираем вот эти всякие штуки. Вот эти самые главные наши виноградинки, как мы видим, да. Итак, ребят, как еще вот эти вот виноградинки получать? Мы нажимаем на ежедневный квест. И здесь мы видим, что за подписку их не на все социальные сети мы получаем 3 виноградинки. И потом различные, да, там, за то, что мы сыграем в различные игры и так далее и тому подобное. Потом, следующий такой немаловажный момент, что у них происходит, это Spring Festival. И на этом самом Spring Festival мы нажимаем на Task, мы нажимаем на Claim и получаем вот такие вот 1000 якобы цветочков, да. И здесь видим тоже различные всякие штуки.
Так, теперь, что хотел бы вам показать? Зачем вот эти самые цветочки? Дело в том, что на эти цветочки мы можем куплять лотерейные билетики и, естественно, участвовать в лотерее, где нам тоже может выпасть NFT-шка. Итак, а покупать их можно вот здесь в луке, Animal, да? Мы вот заходим, и здесь, естественно, как мы видим, какие вот, естественно, призы, да? То есть, есть довольно-таки очень-очень круто, все здесь есть. И здесь, то, естественно, мы видим, да, то есть, вот сколько данных цветочков, есть кусочки NFT и так далее и тому подобное. То есть, мы это все, естественно, приобретаем, код, и можем даже кусочек NFT-шки получить, или целую полную NFT-шку. Потом, как мы можем получить еще данные, естественно, данные виноградинки? Мы нажимаем на Game, так, потом Puzzle War, и нажимаем вот сюда, ну, грубо говоря, нам нужно сыграть в данную игру. Итак, здесь мы выбираем данную комнату, которая нам более всего подходит. Итак, мы нажимаем Fast Start. И ждем, пока все загрузится. Итак, мы выбираем, да, ну, кого-то, ну, допустим, Ready. Так, следующий такой вот момент. Итак, мы клавиатурой ходим вверх-вниз. И собираем, естественно, пазл. Чтобы собрать пазл, нажимаем пробел. Вот. И, в принципе, пытаемся. Вот, берем и, в принципе, прикидываем, где это может, грубо говоря, находиться, да. Ну, к примеру, вот здесь, да. Неправильно, то есть, она как бы получила какое-то там, это самое, да, оглушение. И вот наше время, да. И наша задача, чем побыстрее, естественно, все с вами это все сделать, да. Ну что ж, попробуем. Так, у нас есть, я так понимаю, вот этот тот самый кусочек. В общем, соберу какой-то пазл уже полноценно, что вы там уже не гадали, что как, блин, как говорится, все мои, ну, это самое, я думаю, вы поняли, это правильное слово, которое я хотел сказать, то я уже покажу уже полноценную работу. Так, я думаю, вот тут. Нет, не тут, чуть-чуть выше. Вот так, неправильно. В общем, я думаю, вы меня поняли, и будем сейчас это все пробовать. Итак, мы открываем данный бокс, не в зависимости от того, как мы сыграли. Нажимаем Return. Так, выходим отсюда. Итак, ребят, за то, что мы сыграли, мы... В общем, я там проиграл, но не важно, все равно нам виноградинку дают. Мы нажимаем Claim, получаем вот эту вот самую виноградинку. Здесь мы закрываем. И, как видим, здесь есть вот различные именно вот эти вот самые боксы, за что мы, естественно, открываем. И что-то будет нам выпадать. Итак, ребят, дело в том, что так как разобрали данные боксы, сюда очень куча народу набегает. Поэтому я рекомендую вам, когда набрали эти виноградинки, ждете окончания данного таймера вот здесь. И начинаете бегом-бегом открывать вот эти вот лаки боксы. И здесь будет или выпадать какой-то мусор, за что, естественно, сразу продаем в эфире. Или же, грубо говоря, получаем какие-то куски NFT, потом собираем эти. И, естественно, потом уже, грубо говоря, рубаем кэш, потому что пол эфира на дороге не валяется. Вот такой был обзор, все по делу, все по сути, ребят. Как всегда, лайк, комментарий, пост, подписка вознаграждается. Лучше маленький плюс, чем любой минус. И, грубо говоря, наш профит все будет расти, развиваться. Спасибо всем за внимание, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока, всем хорошего профита.